Uclick OK119 – компьютерные USB-колонки мощностью 6 Вт. В этом видео мы распакуем стереоколонки для подключения к компьютеру или ноутбуку. Комплект дополнен только кратким руководством пользователя, поэтому переходим непосредственно к обзору устройства. Корпуса колонок выполнены из черного пластика и по габаритам укладываются в размеры 17 на 9 на 8 см. Спереди каждой колонки установлен широкополосный динамик диаметром 6 см и порт фазы инвертора. Сзади выведены несъемные кабели, которые соединяются вместе в небольшом пульте управления с интегрированным регулятором громкости. Из пульта выходят два кабеля. Один с USB-коннектором на конце для подачи питания и обычный кабель AUX для подключения в соответствующее аудиогнездо. Что касается звука, то заявленная максимальная мощность составляет 6 Вт. Диапазон воспроизводимых частот от 100 Гц до 16 кГц, а соотношение сигнал-шум — 45 дБ. Под конец отметим, что данная модель относится к бюджетному сегменту, и не стоит ожидать от нее высокого качества звука. Зато у них предусмотрено питание от USB-порта, а благодаря небольшим размерам они будут хорошо смотреться как на рабочем месте с обычным компьютером, так и рядом с ноутбуком.